Всем привет, ребята! Ну что ж, Brawl Stars обновили игру. И мы хотим посмотреть, что же здесь есть, что здесь новенькое. Так, бойцы. Так, что у меня тут с бойцами? Так, можно Брока улучшить. Давайте улучшим Брока. Так, улучшили. Так, а ну подожди. Что у нас с Путь Славы? Новенькое что-то есть, да, здесь? Ага. Путь к Славе, так. Вроде бы, мочат добавили. Так, боец Тик у меня есть, хорошо. Боец 8B. Так, ладно, смотрим дальше. Так, это и было все. Что здесь новое обновили? Ничего нету. Офигеть! Ладно, мы их откроем обязательно. Так, раз, два, три. Так, три бойца у меня не открыто. А так-то у меня все открыто здесь, да? Офигеть, ребята. Ну, давайте попробуем. Поменяем. Леона не буду брать, я возьму Эль Прима. Так, редкий. А что у нас там получается? Может, новых бойцов каких-то там добавили? Нет, давай посмотрим. Так, Фрэнк, Пайпер, Пэм, Би, Нани. Нани новенькая, да? Да, Нани я не видел такого. Давайте испытаем, посмотрим, что она умеет. Так, это новенький. Давно не заходил в Brawl Stars, поэтому, ребята, будем смотреть. Ага. Смотри. Она стреляет и прям офигенно. Прикольная штука. На ней это. А ну-ка, сейчас пойдем посмотрим. И ходит она медленно достаточно таки. Ну. А ну-ка, давай стрельнем. Ага. Офигенная, слушай. Прикольная штука. Смотри, как можем стрелять. А как бьет далеко, смотри, а? Так, ну прикольно, ладно, давайте посмотрим, кто что еще тут есть. Так, мы Нани испытали. Это, значит, бойца можно найти в ящике. Нани обожает своих друзей и всегда заботится о них. Она стреляет сразу в нескольких направлениях и управляет собственным роботом Пипом. С помощью супера. Дальше. Смотрим. Карл, я знаю такого чувака. Мортиса. Знаю. Спраута тоже знаю. Недавно добавили его. А, смотри, еще какой-то добавился. Смотри. Гейл. Этого я, смотри, не знаю, что за Гейл. Давайте его испытаем. Посмотрим. Кто это такой? Надо будет про него почитать было сначала. Ну ладно. Как он стреляет? Ого! Снежками стреляет? Это что, какой-то снеговичок получается? Да, ребят, это снеговик какой-то. Дед Мороз, а чем он тут еще стреляет? Ох, нифига! Смотри. Еще и отлетает, прикинь. Еще и отлетает, у него такая мощная сила. Так, интересно, а вот это его уничтожает? А, нет. Он не может уничтожить. Получается, стены. Ну ладно, давайте выходим, почитаем про него, кто такой вообще. Гейл мастер на все руки. Он атакует врагов широким потоком воздуха со снегом. А его супер отбрасывает противников назад. Понятно теперь, кто это такой, штормовой ветер. Гейл. Ну давайте попробуем тогда поиграем в испытание. В одиночное испытание играем. Фига себе, много новых добавлено персонажей, а я и не знал. Я уже давно, ребята, не захожу в Brawl Stars, как вы заметили. У меня на канале мало роликов. Видишь, вонючка сразу стрелять начинает. Иди нафиг отсюда от меня. Так, я сюда встану сейчас и открою вот этот вот ящичек. Все, взяли ящик. Так, что там, что еще тут интересного есть? Ух ты, кто-то забыл квадратик. Кубик. Так, кубик я себе заберу, отстань от меня. О, вонючка, смотри, Шелька меня убила. Офигеть. Я тоже щелкнули. Ладно, тогда выходим. Давайте, значит, посмотрим, за кого я еще поиграю. Ух ты, смотри, вау. Что-то новенькое, смотри, придумали. Офигеть. Да, обновилась игрушка, вижу. Вижу, что обновилась. Мне написали, и я знаю. Подожди, а где эти самые мои сундуки? Не понял.
У меня было 30 сундуков, ребята, я их еще не открыл. Это что такое? Квесты какие-то? И что дальше? Я не понимаю. А где эти самые, слушай? Открыть оставшиеся ящики. А, вот мои ящики. Подожди. А что это значит? Ящиков больше не будет, что ли, или что? Так, квесты, награды. А, большой ящик. Он, поди, еще и стоит 30-ку, да? Так, бесплатно написано. Ага, бесплатно, я сейчас что-нибудь еще потрачу. Давайте откроем мои ящики. Что у них там, что там есть в ящиках? Ага, давай, жмем. Монеты, бул. Дальше что? Джесси. Так, ладно, давай. Давайте все ящики откроем. А нифига себе, у меня 30 ящиков было. Вау, гаджет сочный стейк. Бул мгновенно восстанавливает 1500 очков здоровья. Так, ну хоть что-то мы открыли для Була. Тогда сейчас будем играть за Була. С его гаджетом. Ладно, здесь ничего не открыли. Давайте, еще ящики есть. Монеты, очки силы Шелли. Очки силы Динамайк. Да, ага, все. Так, 3 ящика осталось. Ну, мы откроем все ящики. Пока. Эль Прима. Так, все. А, вот еще 2 ящика открываем. Смотрим, монеты. А, Шелли. Бул. Так, что, я получу что-нибудь сегодня или нет? Алло. Давай мне нового героя. Я очень сильно хочу нового героя. Давай, открывайся. И я хочу получить героя, ребята. А, не получилось открыть ничего. Так, большой ящик под замком. Ага. Так, а что у нас здесь? Вот большой ящик, он бесплатный. А это что за ящик? А это что за ящик? Угу. Ладно. Идем назад. Давайте выберем Була. А, вот, все, гаджет уже установлен. Сочный стейк. Ну что, поехали тогда Булом. Поиграем. Посмотрим, что кого. Что здесь обновилось? О, там мой сундук. Там мой сундук, слушай. Есть. Да. Бул у меня мощный тип. Так, где там кто? Где еще сундуки? Так, сундуков. Тут обычно еще сверху сундук лежит. Вот, вижу. Вижу сундучок. Сейчас я его открою. Так, а там, походу, уже кого-то убили. 9 бойцов осталось. Ладненько. Идем вниз. Внизу еще, я помню, сундуки были. Ага, ничего нету. Так, кто там бегает? Ого, смотрите, сундуков нету. Либо их уже открыли, либо они отсюда исчезли. Видимо, их убрали отсюда разработчики. Игра же обновилась. О, кто там бегает? Да ладно. Смотри, ни одного сундука нету. Все. Так, а тут кто бегает? О, слушай, это не Бул? В этой, в одежде своей новой. Так, Эль Примка, вонючка, иди сюда. На тебя, вонючка, на. Куда ты убежал? В смысле поражения? А подожди, а что там у меня? У меня же был какой-то этот самый гаджет вонючий. Чё-то я не понял, почему я умер? У меня же был гаджет. Странно, странно. Давайте, ребята, еще играть. Офигеть. Офигеть. Играть снова. Ого. Ого-го. Вот это они обновили. Слушай. Да. Ладно. Видимо, на гаджет надо нажимать. Ну, я же не нажимал ничего. Слушай. Я это себе заберу, идите нафиг. На, вонючка, сейчас я тебя отщелкаю, подожди, иди сюда. Где ты там? Что такой? Неубиваемый, что ли? Дай я тебя сейчас щелкну. На, давай, есть. Он думал, что он неубиваемый, бессмертный. Но не тут-то было. Не на того напал. Ё-моё, смотри, заварушка какая, а. Иди сюда.
Щелкнули. Так, следующий. О, давай, я тебя сейчас отщелкаю. Подожди. Иди сюда, давай, гаджет, гаджет. Слушай, гаджет не на 100% мне дает здоровье. Ладно, здесь подождем, пока все поперебиваются. О, столкновение. Хорошо. С кем я тут буду? Столкновение с кем? А, с вонючкой вот этой. На тебе. Все, мы ее отщелкали. Ну, прикольно, прикольно, ребята. Победили мы всех, заработали 10 кубков. Я вернулся, да, в новой серии. Так что, ребятушки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нравится ли игра. И, конечно же, я буду играть и дальше. О, смотри, вон оно что, где мои ящики? А, вот ящичек, давайте откроем его. Может, что-нибудь мне выпадет. Монетки. А, Шелли, а, Бул, нифига, куда мне было еще больше прокачивать, он у меня прокачанный, да нельзя. Так, а вот это вот, что такое вот это вот, чтобы не нажать на него? Ага. Больше жетонов, это вот это вот кристаллики, это и есть жетоны? Купи 10 жетонов, перечислишь. Да какие же это жетоны, это же кристаллы. Кристаллы, конечно, а здесь они написаны как жетоны. Странно, ребята. Но нечаянно можно вот купить большой ящик и потратить все свои жетоны или кристаллы, как их называть, я не знаю. Офигеть. Да, обновили игрушку, не знаю. Ребята, кому нравится новое обновление? А кому не нравится, напишите, почему не нравится или почему нравится. Вот здесь можно реально вот эти вот проходить и получать вот эти вот ящики. Только непонятно как. Типа верхушка за донаты. А низушка ты должен сам, да, выигрывать? Ага. Ну ладно, разберемся, поиграем. Так что, ребятушки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.